за красивое, чудесное место, в котором я нахожусь первый раз, а я-то по всем заведениям в нашем городе уже проходила. Что это такое? Индира – это новая кофейня в городе Хабаровск, которую мы официально открываем сегодня. И мы очень рады, что Хабаровск присоединился к большой семье группы компаний «Шоколадница». Нас в России и странах СНГ уже более 350 кофеен. Новая кофейня «Шоколадница» в городе Хабаровске. Первая, но не последняя. Это настоящая шоколадница, да, именно которая входит, понимаешь, входит в сеть, ту самую легендарную сеть, которая имеет свою историю с 1964 года. Кофейня «Шоколадница», ну, особенность, да, особенно это актуально для Хабаровска, то, что это кофейня среднего сегмента, но с очень хорошим качеством, да, качеством десертов, качеством напитков, самый главный напиток – наш кофе. Наш кофе, он эксклюзивный, он не продается, он делается специально для внутренней сети, и поэтому мы можем как бы предоставить эксклюзивный продукт для своих гостей. Чем отличается кофе вкусный от невкусного и какой он должен быть вообще? Он должен быть сбалансированным. Если он невкусный, там может преобладать сильная горечь, то есть горелый кофе, либо недоэкстрагированный, он там будет очень кислый. Вот. А мы стараемся сделать этот напиток сбалансированным. Филиалов по всей России, значит, к вам ходят. Чем вы берете? Почему вас так любят? Наши уникальные авторской рецептурой, нашей атмосферой, нашей слаженной работой персонала. Бесподобный просто интерьер. Все очень красиво, светло. Здесь хочется находиться. У меня двое детей. Мне важно, чтобы я мог прийти, и моим ребенком нашлось бы ему занятие по душе. Здесь это первая кофейня в Хабаровске, где есть такая большая зона детская. Для меня, как мамы троих детей, как для многодетной мамы, наверное, я все заведения оцениваю с точки зрения посещения с детьми. Хочу поблагодарить Федора и Анну, наших заказчиков, что дали возможность нам сделать такой замечательный большой объект. Объект был очень сложный, но мы смогли справиться с этим объектом. Все получилось на 5. Атмосфера замечательная, еда необыкновенная, потому что все с какими-то изысканными штучками, фишками. Всегда остается искома какая-то. Очень приятная нежность после любой порции кофе. Натуральный домашний лимонад – это просто… Все знают, что у нас в городе очень много пекарен и кофеен всеразличных. Не боитесь, вам не страшно? Нет, нам абсолютно не страшно. Я думаю, что бояться будут другие. Есть специальная парковка, 15 парковочных мест, 2 часа парковочного места мы предоставляем. Приглашаю всех на кофе и на замечательные десерты. Ну, также можно у нас и вкусный пообедать, позавтракать и поужинать. Поздравляем с открытием. Желаем вам удачи, чтобы дальше развивались, еще открывались. Ждем всех гостей. Приходите, будем рады. Будем стараться поддержать качество и стандарты обслуживания на высшем уровне.